Друзья, всем привет, вот хочу показать, короче, все, короче, свои 6 дубинок, которые я сделал. Вот, смотрите, ну, как они вот так вот у меня выглядят. Вот, короче, первая дубиночка. Вот, видите, вот такая вот первая дубиночка. Вот вторая. Это вот я, короче, друзья, все это вырезал вот это вот вручную, короче, вот эти вот дубиночки. Вот, видите, вот третья дубиночка, номер тоже вот все. Сыночка, тихо, подожди, подожди, сейчас папа... На вот эту. Во, поворачивай. Вот эту тоже я четвертую делал вручную. А вот эту вот уже шестую, ой, это пятую тоже делал вручную. И вот шестую, друзья, я сделал, короче, вот это при помощи гравера. Вот видите, уже как бы все это. Но чуть-чуть она у меня получилась более негритосная дубинка. Вот шестая. Маленечко я ее, короче, переморил. Это папа делал, да? Папа делал. Красивые, да, папа делал? И вот, короче, друзья, вот такие вот дубинки я сделал. Вот, кому нравится, ставьте лайки, короче, подписывайтесь на канал, делитесь этим видосом, короче, там, можете оставлять комментарии, там, ну, короче, все вот это вот. Можете зайти ко мне в сообщество, у меня там в сообществе, короче, можете тоже посмотреть последнее оставленное от сообщества фотография. Можете там покомментировать тоже, кому интересно. Вот ставьте вот такой лайкосик. Да, сыночка, мы с тобой будем делать хорошие дубинки. Вот видите, вот такие вот дубиночки у нас вот получились. У нас такие вот прекрасные дубиночки. Я думаю, кому интересно, вот, чтобы вот такая вот дубиночка в машинке лежала, в багажнике, просто ради прикола достать там и кому-нибудь вот так показать. Ну ты чё, типа, хотел спросить у меня что-то, дядя? Ну все, короче, вот видите, ну... Как-то вот так получилось. Вот такие вот зубастики у нас получились. Зубки у нас и такие. Такие вот трещины у нас на губах. Вот тут вот типа уже шрам, короче. Тут вот на носу тоже шрам пошел. Глазки все разные. Носики абсолютно разные. Короче, каждая дубинка оригинально по-своему. Повторить вообще невозможно. Я не знаю, при современных технологиях на ЧПУ станках это поди можно было бы повторить через компьютерную обработку. И, ну вот, короче, вот так. Вот сын уже на КамАЗе на своем приехал. Короче, все, давайте, друзья. Пока, удачи. Рыбалка у меня была, короче, охота давно не была. А рыбалка вообще классная. Мы тут чебачков классно ловили. Вообще, все классно, короче. Видосов дофига, но надо это все выгружать и показывать вам начинать. Я смотрю, активность на канале у меня вообще исчезла. Мало кто смотрит. Ну, что ж поделаешь. Видать, никому не интересно. Всем пока.